Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Очень рад вас приветствовать все еще на трансляции 6-го дня фестиваля GoViral 2020. У нас сейчас была сессия от Билла Олета с темой «Шагая вперед с дисциплинированным предпринимательством во время кризиса 2020 года». Билл поделился с нами его взглядом о предпринимательстве и почему устоявшееся мнение в обществе об этой виде работы, оно иногда может быть неправильно. Сейчас, дорогие друзья, у нас по программе сегодняшнего дня будет обсуждение фильма «История цивилизации» с автором фильма Жанат Алшановой, и модератором у нас сегодня на этой сессии давний друг нашего фестиваля с 2017 года, журналист, любитель кино и просто замечательный человек Мади Мамбетов. Мади, добрый вечер. Здравствуйте, Аслан. Здравствуйте. Рад вас видеть. Я тоже. Мади, расскажите, как ваши дела обстоят сейчас? Дела у меня обстоят хорошо. Спасибо за приглашение, за возможность стать вновь частью этого большого праздника GoViral. Конечно, понятно, что из-за пандемической ситуации во всем мире мы находимся в странных условиях, потому что... Вы первый год ведете, да? Я фестиваль, да, первый год веду. Я просто думаю, что немножко печально, что у вас нет возможности поработать вживую, да, потому что вот, когда ты видишь столько людей, да, это, конечно, немножко другое состояние. С другой стороны, находиться в студии довольно комфортно. И самое главное, что если мы пытаемся же во всем видеть плюсы, да, то я думаю, что такой онлайн-формат позволяет большему количеству людей присоединиться, потому что мы всегда как-то ограничены нашим venue, да, то есть местом, где мы это все проводим. А сейчас я вот хотел бы знать, кстати, у вас есть информация о том, сколько в этом году зарегистрировавшихся участников? У нас около 2000. Около 2000. Супер, да, супер. Потому что в 2017 году, по-моему, даже 1000 человек не было. Поэтому вот хорошо, что у нас такой экспонентный рост. Вот, потому что всегда GoViral — это обмен идеями, всегда это вдохновение, всегда это великолепные спикеры со всего мира. Да. И это очень хорошая, полезная история. Я рад, что организаторы проводят этот фестиваль уже в 4-й год. Ждем следующего года. Надеюсь, он будет вживую. Да, я тоже надеюсь, что ситуация поменяется у нас кардинально. И, как правило, правильно сказали, что позитивное нужно искать во всем. Это в любой правда. Ситуации, даже в самой ситуации, где может показаться на первый взгляд, что позитивного ничего нет. Согласен. Ну что ж, дорогие друзья, Мади, наша сессия сейчас уже начнется. Пардон. Я представляю Жанат Алшанову. Здравствуйте, Жанат. Жанат с нами, да? Хотелось бы понять. Пока я не слышу, пока я не вижу. Отлично. О! Нет? Вот я вас сейчас вижу и слышу. А звук? Все. Я вас слышу отлично. Здравствуйте. У меня ощущение, Жанат, что мы с вами знакомы. Потому что мы с вами знакомы. Мы с вами знакомы. Но возраст – страшная вещь. Я, если честно, пытаюсь вспомнить, при каких обстоятельствах мы с вами познакомились. Астана – столица юных, фестиваль журналистов 2003. А это колосса. Это прекрасно, потому что выяснилось, что мы с вами знакомы очень давно. Правда, лет 17 это получается. Очень это очень давно, правда. Ну, потому что лицо-то ваше мне прямо вот как родное. Теперь очевидно, что мы 17 или 18 лет знакомы. И вам тогда, наверное, было лет 10, я полагаю. Ну, не 10. 12 максимум. И даже не 12. Ну, и мы не будем больше продолжать эту тему, потому что вы выглядите, как будто вам тогда было 10 лет. И мы перейдем, собственно говоря, к теме нашего обсуждения. Во-первых, я поздравляю вас с вашим успехом, я поздравляю вас с вашей наградой. Серебряный леопард, насколько я помню, на фестивале Локарно в Швейцарии. Это прекрасное достижение, я прямо искренне вас поздравляю. И я посмотрел вашу картину, и, конечно, она у меня вызвала очень много разных эмоций, да, то есть я думаю, что мы о ней рано или поздно поговорим, вернее, мы обязательно о ней поговорим чуть-чуть позже. Вот. Я бы хотел сначала, знаете, вас спросить, у вас неплохое уже складывается резюме, то есть у вас очень громкие фестивали. Вы проходили мастер-класс с легендарным режиссером, вы работали в разных странах мира, и вот сейчас награда в Локарно. И я полагаю, это не первая и точно не последняя награда, которая вас найдет. Скажите, Жанат, вот все эти достижения, они больше работают на внешний рынок
или на казахстанский рынок. Я имею в виду скорее интерес инвесторов, например, да, то есть людей, которые заинтересованы в продюсировании фильмов, в финансировании картин, в ко-продакшене и так далее. Спасибо большое. Я думаю, что ну, на сегодняшний день все-таки то, что я вижу, что все награды фестиваля, что они все-таки работают на внешний больше. Uh-huh. То есть, ну, там, до того, что на самом деле выходят на связь какие-то инвесторы, какие-то фонды, какие-то крупные продюсеры там со всего мира. И это удивительно, потому что люди просто смотрят фильм на фестивале, а потом они просто типа, с тобой связываются. Да? То есть это кажется такая ну, история как будто бы невероятная, на самом деле она так работает. Uh-huh. То есть там все эти продюсеры, которые там сидят там, в той же Англии, в том же Лос-Анджелесе, в том же там, не знаю, Франции, они на самом деле отсматривают короткометражный фильм, они отсматривают портфолио режиссеров, и они выходят на связь, назначают встречи какие-то, сейчас, конечно, все в Zoom. Ну, с другой стороны, может, это я облегчила, да, там те же встречи, потому uh-huh. что, наверное, так просто сложно было бы назначить там с кем-то встречу в Лос-Анджелесе или в Лондоне. Но, тем не менее, я вижу, да, что это работает, и что разговор уже какой-то начинается, как дискуссия, какие-то переговоры, какие-то планы. Поэтому, да, на внешний. На внутренний, если честно, я не вижу, чтобы это как-то работало. Но время покажет, да, еще, я думаю. Ну, хочется верить, да, что... Да, говорят, что нет пророка в своем отечестве, но рано или поздно эта ситуация, я думаю, будет меняться. И еще, знаете, о чем я подумал, читая вашу замечательную биографию? Мы еще перейдем о том, как вы пришли в кино, потому что, безусловно, вас об этом все спрашивают, я уверен, все журналисты. Но без этого мы в любом случае обойтись не можем, да, потому что в любом случае интересно, как профессионал приходит в профессию, да, тем более, когда они приходят туда не с, там, не знаю, не со школьной скамьи, да, то есть не происходя из какой-то киношной семьи, например, да, то есть, набрав бэкграунд в какой-то другой сфере. Но продолжая тему вашей международной карьеры, я вот думаю, смотрите, вы работали практически на всех континентах нашей планеты, кроме Австралии, пожалуй, да, то есть и в Африке у вас были съемки, да, вы сотрудничали там, я так понимаю, что и Латинская Америка, и Северная Америка, и Европа, и Азия, то есть везде вы смогли поработать. То есть, мало того, у вас еще и престижное очень лондонское образование в киношколе, участие в фестивалях, опять же, да, то есть эти все вещи наталкивают меня на такую мысль, да, что по большому счету киноиндустрия, как и, наверное, ну, как и IT-индустрия, и многие другие такие интернациональные большие секторы бизнеса или экономики, да, то есть она, конечно, киноиндустрия работает как такой грандиозный пылесос, собирая кадры со всего мира, то есть лучших из лучших. Вот. Но понятно, что есть преимущество у тех, например, кто родился, например, в англоязычной стране. Да, то есть, как минимум, не существует никакого языкового барьера. Да, то есть, понятно, что есть преимущество людей, которые, опять же, там, из каких-то киношных семей, да, или из стран, где очень сильно развита, например, культура кино. Вот. И, однако, при вот этой безумной конкуренции вы очень успешно строите свою карьеру. И вот мне бы хотелось узнать, как бы вы охарактеризовали свое уникальное конкурентное преимущество? То есть, почему вас привлекают к работе над этими проектами? То есть, что именно в вас ищут люди, которые с вами связываются, опять же, из Лос-Анджелеса, из Лондона? Ой, сложно ответить. Но на самом деле, может быть, какой-то, да, первый шаг был то, что я уехала в Лондон, да, и это уже как-то открыло какие-то границы, потому что язык как-то там доформировался, я думаю, и какие-то появились связи. То есть, допустим, у нас была достаточно международная школа, и ребята, которые работали, которые учились вместе со мной, они, естественно, все потом разъехались, а мы вот остались в хороших отношениях, и мы какие-то проекты делаем вместе, да. То есть, допустим, те же съемки и в Турции, и в Гватемале, и в Южной Африке, и в Америке. Это все были, в принципе, ребята, с которыми мы вместе учились, и мы вот так друг другу помогаем. Я думаю, что, наверное, для меня язык стал ну, важной составляющей, да, что, как вы правильно говорите, что языковой барьер, да, что, в принципе, индустрия... Ну, английский язык, он такой международный, да, и на uh-huh. самом деле все проекты все равно в какой-то степени... проходит на английском языке, поэтому я думаю, что язык — это одна и такая важная составляющая. Ну и потом я думаю, что
Наверное, тоже, да, это исходя из, как, из какого-то вот бэкграунда той же киношколы, когда ты учишься работать с людьми с разных культур, с разных стран. Uh-huh. То есть понятно, что у всех есть свои какие-то национальные особенности, да, менталитета. Uh-huh. И вот, это тоже, мне кажется, важный навык, что ты умеешь работать с людьми, понимая, что ну, они совершенно с разных стран, совершенно разных культур, совершенно разных каких-то представлений. И вот это тоже, наверное, позволяет как-то легче адаптироваться в разных странах, на разных проектах. Интересно, я что... думаю, что, наверное, да, вот эти два. Спасибо. Интересно, что вы об этом заговорили, да, потому что это тоже была одна из тех вещей, которые я думал перед нашей с вами вот, нынешней текущей встречей. Совершенно очевидно, что в современном кино, да, особенно последние, вот настоятельная эта потребность, звучит последние, наверное, года 2-3, и вот в 2020 году прямо мы видим множество мер, которые принимаются, да, то есть и киноакадемиями по всему миру, и крупными фестивалями, и крупными церемониями, например, наград, типа Оскара или Бафта, да, то есть о чем я говорю, это о том, что становятся очень важны для киноиндустрии аутентичные голоса из разных уголков мира. Потому что мы на протяжении, наверное, 100 лет смотрели, в принципе, на все происходящее в кинотеатрах через глазами совершенно определенной аудитории. Ну, грубо говоря, это там, белые взрослые мужчины, да, то есть, которые воспринимали... Ну, то есть, которые рассказывали это истории про самих себя, да, про белых взрослых мужчин, да, или же они с таким каким-то некоторым интересом, как, словно бы с интересом к экзотике, да, они иногда обращали свой взгляд на какие-нибудь там, не знаю, другие народности, другие расы, другие континенты, другие страны. Сейчас эта ситуация сильно меняется, потому что все хотят быть представленными, потому что, ну, тот же Netflix, вы знаете, да, он сейчас, например, заходит и в Африку очень активно, да, то есть, соответственно, ищет контент, например, там, африканский какой-нибудь, там, намибийский или заирский, вот. И в этом смысле я полагаю, что для вас, как для девушки, как для казахстанки, открывается тоже определенное окно возможностей. И я думаю, что фильм «История цивилизации», который, я уверен, что наши зрители уже посмотрели, или если они не успели, то еще посмотрят, потому что он доступен, спасибо фестивалю Go Viral. Я думаю, что вот этот фильм, он тоже, рассказывая историю женскую историю из недостаточно хорошо известной там, широкой зрительской аудитории мировой страны, я думаю, это перед вами открывает определенные возможности. И вот мне бы хотелось узнать, этот интерес вы уже начали чувствовать? Да? То есть вот ваши переговоры с Лондоном и Лос-Анджелесом, они отражают вот этот интерес именно к какому-то локальному контенту и не связанному с предыдущими вот этими парадигмами? Мне, наверное, сложно немножко... судить в перспективе, да, оценивать, как было до и как было сейчас, потому что так совпало, да, что когда, допустим, я начала активно снимать, ну, как активно, да, вот какие-то свои первые работы, то это совпало, на самом деле, с тем, что появились все эти движения, там, тренды, да, и так далее, и так далее. То есть как-то мы совпали, и мне сложно говорить, как было до этого, да, что если бы я это делала, там, начала лет 20 назад, условно, возможно, все было бы по-другому, да, но со слагательным наклонением не хочется разговаривать, да? Поэтому, да, я вижу, что сейчас, конечно, интерес другой, чем раньше, да, как мне кажется. Я вижу, что на самом деле появился спрос на разные истории. Возможно, в этом, в принципе, это такой, в принципе, тоже логичный шаг индустрии, потому что, в принципе, все страны, да, там, условно, там, та же Европа, да, Азия, привыкшая к тому, что Голливуд занимает там большинство их экранного времени, большинство экранов, да, большинство показов, пытались как-то этому противостоять, да, производя свой контент какой-то, свои фильмы, там, не блокбастеры, но это какие-то вот локальные драмы, комедии, да, что-то такое. И, наверное, это каким-то вот количественной массой должно было перевесить, да, однажды, в принципе, всю ситуацию. Потому что все равно... внутреннее инвестирование, да, внутреннее финансирование, оно все равно поддерживало, пыталось поддерживать национальные фильмы, национальные продукты, и, естественно, оттуда уже пошла диверсификация, как мне кажется. И я думаю, что на самом деле сейчас интересно смотреть кино со всего мира, да, то есть даже вижу, что там, живя в том же Лондоне, что там ты с друзьями выбираешь, куда пойти в кино, и там на самом деле по-другому представлен немножко прокат, да, то есть там совершенно другая картинка, да, то есть там понятно, что есть те же блокбастеры, те же Голливуд, те же американские фильмы, но есть
авторское кино, есть европейское кино, азиатское кино. Там казахстанские фильмы можно нет-нет увидеть в кинотеатре, да, вне фестиваля. Да. И, в принципе, люди на это ходят. То есть спрос есть на это. Это не так... То есть, с одной стороны, это как-то продавливается, но с другой стороны, люди действительно хотят смотреть какие-то другие истории, новые точки зрения. И, может быть, прелесть, допустим, тех же «Паразитов», да, которые там покорили в прошлом году весь мир, в том, что это универсальная история, рассказана каким-то национальным колоритом. Да, и то есть она могла произойти и здесь, она могла произойти в Европе, она могла произойти в Америке. И в этом, мне кажется, именно уникальность национальных фильмов, да, то, что какие-то универсальные вещи, которые близки любому человеку, рассказываются вот с нового какого-то ракурса. Да, абсолютно согласен с вами, да. По моим проектам, да, я вижу, что люди ко мне обращаются. Я очень часто получала комментарии, у нас был, вот предыдущий фильм мы показывали в Мексике на фестивале, мне писали ребята из Мексики, это же мексиканское кино! Я говорю, это вообще не мексиканское кино, это про другой фильм, да? То есть я не была в Мексике, я не знаю, как в Мексике. Они говорят, нет, это вот то же самое, это мы могли бы представить в Мексике. И кто-то мне говорил, что мы вообще первый раз увидели казахов на экране. То есть это вот первый раз, что вообще, как оно у вас, да? И это тоже мне на самом деле такая вот близкая позиция, когда, не то что близкая позиция, интересная позиция, когда люди представить, наверное, наш быт, да, не то что быт даже, нашу культуру, просто наши какие-то лица на экране. И я вижу, что на это тоже спрос есть сейчас. Интересно, в этом ракурсе интересно вспомнить о том, что еще лет 10, там, или скорее 14 лет назад, когда Борат пресловутый появился на экранах США, да, то есть на самом деле большинство жителей Соединенных Штатов только впервые услышали вообще, что есть такая страна, как Казахстан. Да. Потому что мы нигде никак не были представлены, да, и Борат служил нам такую двойную службу. Да, с одной стороны, он, конечно, заставил людей вообще поискать на атласе, на глобусе вообще, есть ли такая страна, и найти ее. С другой стороны, конечно, это большой диссервис, потому что мы в итоге там сталкиваемся постоянно с какими-то там шуточками по этому поводу. Я лично в Штатах сталкивался неоднократно. Вот. И тем не менее, за 14 лет сильно изменился мир, да, потому что на самом деле казахстанское кино фестивальное, например, артхаус, да, наши драмы, они попадают на крупные кинорынки, киносмотры, и все-таки отношение уже меняется, уже нет такого однобокого представления о Казахстане через вот призму этого Саши Барона Коэна. Вот. И я думаю, что вот вы, в частности, например, да, то есть рассказывая мексиканцам о том, как через свое кино, как выглядят казахи, да, казахстанцы, как они себя ведут, и насколько они похожи, например, на тех же самых мексиканцев, вы, мне кажется, делаете такую очень хорошую, полезную службу своей, нашему народу, нашей нации. Вообще, вы сами, женат, смотрели-то Бората? Если уж о нем речь зашла. Нет. И нет желания. Как-то не то, что я специально избегала, или это принципиальная какая-то позиция, вот бывает просто как-то не дошли руки, на самом деле. Я первый раз вообще услышала про Бората, наверное, когда я первый раз за границу выехала. Когда начались все вот эти вот шуточки, я думаю, а что это вообще такое, никак не слышала. Обратный процесс получился. А вторую часть я посмотрела, мне трейлер понравился. Интересно, потому что я, в свою очередь, посмотрел первую часть, потому что был большой хайп, и просто она была просто... Ну, захотелось понять, о чем вообще идет речь, да, то есть, и первый фильм меня настолько не впечатлил, что вот мне даже не хочется смотреть вторую. Но интересно. Давайте сейчас поговорим о вашем фильме. Во-первых, я прошу прощения, женат, я просто иногда задумываюсь, немножко выпадаю из реальности. Простите за такие паузы. Я просто думаю о том, что вот, не знаю, наше поколение, да, мы такие постсоветские все-таки люди, да, то есть вот эта постсоветская традиция и советская, собственно говоря, традиция разбирать
месседж автора, что он хотел сказать. Вот у нас это есть, да, вы, я не знаю, вы застали советскую школу или не застали, но вот у нас все время это было там, типа, что хотел сказать там Толстой в «Войне и мире», что хотел сказать там Маяковский этим своим стихотворением и так далее, да, то есть все время происходила какая-то попытка интерпретировать, каким-то образом разбирать позицию автора, да, то есть в его произведении, но это все было бессмысленно, потому что это была попытка. То есть там был правильный ответ. То есть когда учитель тебя спрашивает, там, что хотел сказать Толстой в «Войне и мире», да, ты должен был дать определенный совершенно ответ. А по-настоящему, мне кажется, искусство воспринимается иначе. То есть каждый интерпретирует по-своему, каждый видит свое, у каждого резонирует что-то свое с тем, что он видит, например, или читает, или слушает, как в случае с музыкой, например. Да? И мне так интересно... как будут интерпретировать ваши зрители историю цивилизации? Потому что для кого-то это может быть история про одиночество, для кого-то это будет история про какую-то проблемную молодую женщину, которая там совершает какие-то, мягко говоря, не очень этичные, возможно, выборы, да, то есть и потом бежит от своих там каких-то ошибок, да, то есть кто-то увидит в этом историю про то, как тяжело вообще молодой женщине в Казахстане, да, потому что, то есть, к ней может там пристать с какими-то совершенно бестактными и криповыми советами там коллега и так далее, да, то есть и лично я вижу в истории цивилизации, увидел, вернее, замечательную историю про казахстанскую молодую женщину, которая не хочет быть такой конвенционной, такой удобной для всех, да, то есть, и при этом, безусловно, она получилась при минимуме диалогов и при очень ограниченном хронометраже, потому что фильм не длится даже, по-моему, 15 минут, да, при этом это персонаж получился очень глубокий, объемный, хотя мы не знаем ни предыстории, да, то есть, ну, по каким-то разным деталям, вот в этом ваше мастерство как кинематографиста, конечно, раскрывается, да, то есть мы можем догадаться, что, кто эта девушка, да, то есть какую жизнь она живет, да, то есть даже просто исходя из локации, например, там, ее квартиры и так далее, да, то есть это уже настолько интересно, и мне еще понравилось, что конец там на самом деле очень обнадеживающий, я бы сказал, патриотичный конец, финал этого фильма, вот. А теперь вот мой такой олдфакский вопрос, да, такой, этот, как говорят сейчас, бумерский, да, то есть что вы-то хотели сказать, то есть что, какую историю вы рассказывали? Это у меня однажды знакомый спросил, посмотри один из моих фильмов, а у тебя была какая-то мысль? Какой-то посыл был? Да. Просто. Посыл какой, да, что я хотела сказать? Наверное, это ситуация, которая, с одной стороны, мне близка, да, потому что я часто уезжала куда-то, вот прямо все, я уезжаю. Вот этот момент, да, когда ты уже принял решение, и ты как-то по-другому немножко оцениваешь свое, не знаю, свой дом, да, который ты оставляешь. А второе, наверное, я подумала, что, ну, у нас же часто идет дискуссия, да, о том, что там уезжать нужно, потому что вот здесь вот там вот это плохо, а вот здесь вот плохо вот это, и поэтому вот и еще вот это тоже плохо. Да, то есть там миллион каких-то внешних факторов, которые в принципе обоснованы, да, там работать лучше за рубежом, не знаю, лучше получить образование за рубежом, лучше там еще что-то. И по себе я думаю, что да, понятно, это все есть, но при этом для меня очень часто таким фактором, наверное, все-таки играло что-то личное, какие-то личные мотивы, да, несмотря на то, что я уезжала, потому что я поступила куда-то учиться, я уезжала, потому что были какие-то проекты. Но все равно, наверное, таким важным фактором все равно для меня оставались какие-то личные мотивы. И я думаю, что на самом деле там, откуда пошел, откуда пошло название фильма, что, наверное, очень часто, да, за какими-то большими шагами, какими-то важными решениями, возможно, стоит на самом деле что-то очень личное. И вот для меня вот это было, наверное, интерес. Посмотреть, насколько вот, да, она уезжает, потому что вот она... хочет какой-то свободы, да, и тогда уезжает, потому что вот ей кажется, что здесь ее там как-то вот давят, там, да, те же коллеги, вот. И она уезжает, потому что она хочет какой-то новой жизни, да. И, но в итоге оказывается, что она это все может позволить сама себе, не выезжая далеко, да, то есть что это вот это вот ощущение свободы, оно немножко все-таки внутреннее, нежели внешнее.
Вот. Где-то оттуда, наверное, шли мои первые такие вот стимулы, импульсы для того, чтобы создать фильм. Спасибо, это интересно, потому что я, вот тоже вот этот момент внутренней свободы, да, этот мотив, он очевидно там, очевидно он там имеется, просвечивает, присутствует, да. А вот просто уже мое личное любопытство удовлетворите. Она осталась, как вы думаете, ваша героиня Индира, она осталась потому, что ее вдохновила вот этот просто... Вот эта ночная вечеринка со студентами, когда она увидела, что можно, когда она у них научилась этому ощущению свободы, или же там какой-то другой фактор, то есть, как вы думаете? Мне кажется, это был такой первый импульс, наверное, да, такой первый какой-то показатель, но не основная причина. Я думаю, что все-таки, когда ты решаешь уезжать, да, ты условно там увольняешься с работы, там, отдаешь квартиру свою, еще что-то, что-то. И ты таким образом снимаешь с себя весь этот груз. Да? То есть на самом деле дело было не в том, чтобы сесть в самолет и улететь, дело было в том, чтобы поменять свою жизнь здесь и сейчас где-то. А, то есть возможно, она... тебя не устраивает... То есть она такую перезагрузку создала себе. Да. И ей казалось, может быть, даже если это был студент, ей интересен, да, она не могла себе позволить каких-то отношений, потому что она работает в этом университете. Ну, уволившись из него, условно, да? Да, это больше не проблема, по большому счету. Да. То есть вот здесь, да, вопрос в том, что для тебя проблема и как ты ее решаешь, да? Не надо сжигать все сразу и срубать все, и обрубать все мосты, а можно, на самом деле, это решить, ну, другими средствами, да? Если тебе чего-то конкретно не хватает, не обязательно прям строить данного где-то дом. Да, это мощное послание зрителю. Правда. Ну, потому что, в конце концов, мне кажется, многие из нас задумывались о том, чтобы переехать, уехать, да, то есть, но там, где вы правы, там вы правы, да, что это внутреннее состояние. Уезжая куда-то, ты все равно забираешь весь свой багаж, все свои там представления о жизни, и потом начинаешь испытывать такое же беспокойство и на новом месте. Интересно. Знаете, что мне еще интересно было? Я почитал пару ваших интервью, в том числе вот свежее для manshuk.com, и очевидно, что вас спрашивают как молодую современную женщину, которая работает в сфере, которая все еще остается преимущественно мужской. Вас, конечно, спрашивают про вот, отношение к феминизму. И ну, ваш ответ, в принципе, довольно понятен, да, то есть... Но при этом надо сказать, что история цивилизации — это все-таки, мне кажется, очень феминистическое кино. То есть, не говоря уже о том, что это главная там, героиня, собственно говоря, женщина, рассказана эта история женщиной, то есть вами, да, как режиссером и сценаристом. Да, то есть, и вот даже те вещи, которые мы с вами обсуждаем, это очень, я бы сказал, прогрессивные, да, какие-то обстоятельства, да, и там ситуация и действия вашей героини. В общем, просто я, знаете, даже о чем думаю, да, думал, смотря ваш фильм, да, и после, так переживая, да, то, что было просмотрено, я подумал о том, что многие творцы могут, например, там как-то активно не проповедовать феминизм, да, то есть там не ходить под этим вот флагом, да, то есть, но тем не менее в творчестве все равно вот это идет, вот эта история про то, какова современная женщина, да, и что она совершенно не такая, какой себе представляли ее режиссеры-мужчины в предыдущие десятилетия, да, то есть, потому что Индира, она делает выбор не из-за мужчины, она, то есть, она там, у нее весь мир не крутится вокруг мужиков, да, то есть, грубо говоря, и она, несмотря на то, что она уже преподаватель, очевидно, то есть, она реализуется как профессионал, у нее нет семьи, да, то есть, это вообще интересное наблюдение, и там получается портрет такой совершенно реалистичной современной алматинки. Я прошу прощения, это даже не вопрос, это скорее такие мысли вслух. А вопрос у меня, знаете, будет какой? Я, безусловно, давно знаю Акмарал Зыкаеву, да, то есть большинство казахстанцев ее знает как композитора, как исполнительницу, как музыканта. Проект «Мерген» многим из нас прекрасно знаком, да. И мне интересно, как вы в «Ларе» разглядели актрису, потому что она получилась очень убедительной актрисой. Но
когда ты привыкаешь видеть человека в одном и том же амплуа, да, то есть вот она музыкант, да, то есть она музыкант, она, кроме всего прочего, она преподаватель, да, то есть, но то, что она актриса, если честно, для меня это было прямо сюрпризом, вот, скажите мне, понятно, что она работала с вами и в своей такой привычной ипостаси, она написала музыку, она композитор, очевидно, вот, но как вы в ней разглядели актрису и проходила ли она, например, там, кастинг, пробы? Для меня, на самом деле, когда я пишу, еще вот, ну, не закончив финальную версию сценария, для меня важно иметь какого-то конкретного человека в голове, да. Uh-huh. Когда этот персонаж, ну, в сценарии, он как-то оживает, да, и мне легче понять, как он бы себя повел в тех или иных ситуациях. И так же произошло и здесь, то есть там на каких-то первых там этих черновиках, драфтах, как называется, драфт на русском. Так и называется, да, драфт. Ага. Я пыталась предположить, кто бы это мог быть из девушек, которых я знаю, да, то есть для меня не обязательно, чтобы это была актриса-актриса. Угу. Для меня больше важнее, наверное, то, что характер конкретного человека, да, угу. То есть, ну, я отталкиваюсь от того, что если есть характер, и человек, в принципе, может это раскрыть перед другими, да, угу. И в нем есть какая-то вот эта вот черта, что вроде бы не обязательно там актер, да, такой экспрессивный, но в нем есть сильная индивидуальность, и он, в принципе, не побоится ее показать на камеру, да, потому что это тоже большой нюанс, да, что человек может быть очень интересным, но не все способны это проявить на камеру, да, когда перед тобой стоит 500 тысяч человек, да, и все там от тебя что-то ждут. И когда я подумала про Акмара, да, мы с ней знакомы с предыдущего проекта, вот «Конокрады» мы снимали, она была композитором, и она мне запомнилась, да, какой-то вот этой своей яркостью. Да. Такой, причем, что она же не заполняет собой все пространство, да, когда она заходит, допустим, в помещение. Но ты, когда начинаешь узнавать ее лучше, она тебя захватывает, да, то есть она тебе хочется еще больше узнать о ней. Это правда. И вот это для меня было важно. То есть, что вот это вот какая-то, у меня есть какая-то притягательность, какая-то вот неоднозначность, да, ты до конца не знаешь, что она, кто она, чем она дышит. Хотя она не скрывает, да, очевидных каких-то вещей, да, то есть она не супер замкнутый человек. И вот это вот мне очень заинтересовало. Я подумала, что она добавит моему персонажу, который я начала выстраивать, какую-то вот такую новую грань. И я очень довольна нашей совместной работой. Ей было интересно, я думаю, тоже попробовать. То, что она тоже говорила где-то в интервью, что для нее, в принципе, выступление как таковое, это не совсем чуждо, да, то есть скрипачка, она где-то выступала, то есть, в принципе, она знает вот это ощущение работы с аудиторией, да, и вот эту, ну, энергию вот эту. Но мне кажется, она сразу согласилась, когда я у нее предложила. Мы не проводили никакой кастинг особо. Мы вот встретились, поговорили, я ей примерно рассказала историю. Она думала, что мы встретились, что про музыку, которую я назвала первый раз. Я говорю, нет, я вообще обычно работаю, на самом деле, без музыки, мне вот я думала, типа, как актриса. Он такой, а, да ладно. Класс. Класс. И потом второй кастинг был, ну, кастинг, да, был, когда я думала про Айдара на роль студента, и мне нужно было посмотреть их вместе, да, насколько они вместе вообще сочетаются. Да, да. Энергетически. И это вот был, наверное, второй такой, вторые пробы. Ну, химия там точно есть. Между их персонажами, да. То есть получилось, на самом деле, очень, очень жизненно. И... пардон. Вспоминаю фильм, и почему-то он мне еще, знаете, напоминает тоже про молодость, про то, как мы в свое время ходили на какие-то вечеринки, да, то есть после там учебного дня, и как, насколько это все прикольно. Я женат, сейчас хочу перейти к вопросам наших зрителей. Я надеюсь, я своими вот этими небольшими подвисаниями никого не смутил. Прошу прощения еще раз. У нас нас смотрят, женат. Имейте в виду, нас смотрят всякие разные... Да-да-да. Так-то я был бы доволен нашим разговором тет-а-тет, но тем лучше, что нас еще смотрят всякие разные очень хорошие люди. Вот, и они задают вопросы. Поэтому, если вы не против, я сейчас буду вашим выступать таким ретранслятором. Значит, вот, к сожалению, часть вопросов не подписана, да, то есть, например, есть такой вопрос. Женат, здравствуйте, как вы решились отправить свою работу на конкурс?
видимо, имеется в виду фестивали, да? То есть, потому что знаю талантливых режиссеров, которым страшно. Как побороть этот страх? Ну, если ты снимаешь кино, ты, в принципе, рассчитываешь на кого-то зрителя, я думаю. Да? То есть снимать для себя — это очень такое, не знаю... Дорогое хобби. Кажется, дорогое хобби, да, и при этом... Ну, ты не получишь эту энергию обратно, да. Логично. В некотором роде. И поэтому понятно, что фестивали — это куча отказов, условно. Да, то есть там... Мне очень повезло, что мне там супер фестивали мне отбирали, да, там и Канн, и Локарно, и Санденс, но при этом я получала огромное количество отказов. Да, там тот же фестиваль Торонто, который в этом году показывает тоже историю цивилизации. Это, наверное, третий фильм, с которым я туда, с которым они мне наконец-то, первый фильм, с которым меня взяли, это третья попытка, да, поэтому на самом деле отказов приходит много, но к этому нужно быть готовому. И решиться отправить фильм на фестиваль, ну, я думаю, это... Сказал А, говори Б, условно. Логично. Да, логично. Снял фильм, покажи его. Логично. Понятно, что страшно, понятно, что будут люди, которые будут говорить, ты вообще о чем думала, когда снимала, думала ли ты о чем-то? Был ли какой-то была ли идея, да. И близкие люди будут говорить, да, не понимать. Будет огромное количество, мне кажется, чем дальше ты будешь идти, тем будет больше, ну, полярность, да, между тем, как это воспринимается, как интерпретируется. Что это вообще, да, там. Но мне кажется, это то, к чему должен быть готов изначально. Супер. А вообще, получается, отказы они скорее раззадоривают, чем расхолаживают? То есть... По-разному. Бывали периоды, да, когда да. сплошняком были отказы, и вы думали, блин, нафиг я туда вообще полезла в эту индустрию? Может быть, вернуться обратно в маркетинг? Ну... Были отказы таким, как это, сплошным потоком, куском, но, да, но мысли, ой, зачем я это все делаю, такого не было. Отлично. Потому что я знаю, что, допустим, там, ну, условно, вот мой самый первый фильм, да, выпускной, первый фестиваль, который отобрал, это был Каннский фестиваль. Вау. И ты думаешь, ну все, ну все. Выше уже все, ничего теперь, нет, да, да. Все, я теперь да. сижу, а они ко мне все приходят. Ах, если бы. Потому что все, теперь я нужна всем. Да. Но на самом деле, потом было куча отказов, да? Угу. И ты думаешь, как? Им же понравилось. Да, да, да. Они же не дураки, а остальные что? Но мне кажется, ты просто в какой-то момент начинаешь понимать, что субъективность всех фестивалей, что у всех фестивалей есть своя какая-то программа, что не потому, что фильм плохой, а потому, что просто у них... На самом деле другая тематика. Да. Им нужно, чтобы все эти фильмы как-то между собой сочетались, как-то что-то, какую-то картину нарисовывали. Поэтому это все часть процесса. Да, согласен. Есть всевозможные разные форматы у фестивалей. Но еще интересно, что все-таки отборщики, видимо, ну, замечают, например, там ваш профессиональный рост, да, если в тот же Торонто. International Film Festival, да. Вы отправляли свои две работы, вот, а третью приняли. Это, ну, мне кажется, тоже должно вдохновлять, что вот, я покорила да, Торонто наконец-то. Причем мы говорили с ними об этом. Ага. У нас была тоже вот такая вот зум-сессия. Ага. И они говорят, нет, вот мы помним твой первый фильм. Причем этот отборщик, он был потом, оказывается, в жюри на фестивале в Тель-Авиве, где они мне там какой-то приз вручали. То есть, ну, на самом деле, индустрия же не такая большая, ну, да. как оказалось. И он говорит, а потом вот я видел второй фильм, я его хотел, но вот там не получилось, тра-та-та. И ты понимаешь, что, ну, за тобой следят. Супер. Это, конечно, придает какого-то такого этого стимула. Супер, супер. А, смотрите, Жанат, вот мне нравится этот вопрос. Как вы считаете, то, что сейчас молодежь делает, снимает вайны, тикток, сторис, это помогает развивать креативные качества? Ну, то есть, грубо говоря, вот все вот это вот, повальное увлечение всякими видосами, которые мелкие делают, мелкие видео делают молодые люди, да? То есть, как вы думаете, это может способствовать тому, что кто-то из них станет хорошим режиссером в будущем? Ну, наверное, я не знаю. Я, на самом деле, не смотрю тиктоки и вайны, поэтому не очень знаю контент. Но в целом, мне кажется, понятно, что, с одной стороны, это все такое однодневное, моментное какое-то такое, да, эфемерное. С другой стороны, мне кажется, это супер, что люди, в принципе, как-то стали, может быть, меньше бояться, что ли.
Ну да, меньше стесняться. Согласен. То есть... Как-то открыто говорить о чем-то. Да, возможно, и... Возможно, ничего не получится, им надоест. А возможно, это такое преодоление какого-то комплекса, да, или страха. Это же тоже, мне кажется, целый шаг, если ты... Вот, да, возвращаясь к предыдущему вопросу, там, как вы решили отправить на фестиваль. Но это то же самое, да, ты открываешь себя, да, людям, и ты не боишься, как они на тебя посмотрят. Боишься, но как все равно делаешь. Спасибо. Вот вопрос от Алмаса Мукаман. Сколько времени вы тратите с момента написания сценария до конечного продукта в виде фильма? То есть это и монтаж, и сценарий, и съемки. И второй вопрос. Какие стили знаменитых режиссеров вам нравятся? По первому вопросу. Ну, допустим, «История цивилизации». Я начала писать условно в январе. Сняли мы в июне. Это 19-й год? И это, да, 19-й год. И потом, на самом деле, я так не спеша монтировала, потому что я, в принципе, знала, что... Ну, фестивальная стратегия моя начиналась со следующего года, в любом случае. Я знала, что у меня есть полгода там как-то с этим материалом на него смотреть, переделывать. Потом все равно ты устаешь от него, берешь какой-то перерыв, там, пару месяцев, потом к нему возвращаешься, смотришь на него, переделываешь что-то. Поэтому в плане постпродакшн я долго, на самом деле, это все муссирую. И мы, наверное, прямо закончили. Потом у меня оператор был занят, он там, чтобы цветокоррекцию закончить. И мы прям так финальный фильм у нас, наверное, был готов, ну, где-то в декабре, наверное. Ну, то есть почти год это заняло, да? Ну да, год. Ну, такое, в свободном. Мне же никто не давил дедлайнами. Ну, получается, если бы вы, например, если бы вам поставлена была задача снять этот же фильм «Историю цивилизации», допустим, за 3 месяца, вы бы справились? Наверное, сложно судить, потому что, да, ну, как бы результат, наверное, может быть, был бы другой, кто знает. Но в целом, не знаю, наверное. Супер. Еще один вопрос. Так, прошу прощения. Так, сейчас, секундочку. Пользователь с ником Лин-Лин интересуется. Если вы говорите, что на создание фильма вас сподвигли личные переживания... А значит ли это, что вы и являетесь прототипом Индиры? То есть очевидно, что вдохновляла вас чем-то Акмарал, но вот пользовательница интересуется, сколько именно вас женат в Индире? Мне кажется, ты себя всегда вкладываешь во всех персонажей в некоторой степени. То есть да, конечно, я брала вещи, которые я понимаю, да, которые мне близки, которые где-то я переживала. Но в целом, я думаю, что когда ты создаешь историю, и чтобы она работала для тебя, у тебя должен быть с ней какой-то все равно какой-то контакт, да, со всеми персонажами, с местами, с ситуациями, с какими-то эмоциями. Поэтому, наверное, да, но ну, в той же степени, что и во всех других персонажах, не только Индира. А вот, вот это тоже интересный момент, да, потому что... Ну, мы все творческие люди, да, и я тоже, когда что-нибудь пишу, да, понимаю, что я могу исходить только из своего личного опыта. То есть мне очень сложно, очевидно, есть авторы, которые есть писатели, есть драматурги, которые способны полностью войти в вот состояние другого человека, например. Ну, грубо говоря, почти 40-летний казахский мужчина, да, то есть и... Я не возьмусь писать никогда от лица, например, там, 16-летней девушки из Франции, да? Ну, просто потому, что мне слишком сложно представить, вот войти в это эмоциональное состояние и прочее. Но это, мне кажется, все-таки больше вопрос там, к писателям и к драматургам. Вот вы, являясь драматургом своих собственных картин, сценаристкой, да? То есть вы, очевидно, ассоциируете героев с самой собой. Но вот если вам, например, попадется сценарий другого драматурга, и который не будет вами написан, вы возьметесь? У вас вообще есть интерес снимать, ну, не знаю, или, например, писать сценарий по книгам каким-то известным? Ну, мне кажется, что это все-таки вопрос о том, есть ли у тебя связь с материалом, да, какая-то. То есть мне тоже сложно, наверное, представить себя, не знаю, 40-летним французским мужчиной, допустим, да. Но не факт, да, возможно, то есть там же много граней, да, каких-то, и
так прямо просто какими-то вот такими строгими формами говорит, что там, я не знаю, мужчина себе представить не могу, а вот а девочкой могу, азиаткой могу, не могу, европейкой сложно, да? Мне кажется, зависит все от истории, от именно от какой-то вот структуры, от эмоционального, не знаю, пути героя, да? Почему нет? Я не пробовала, на самом деле, но, в принципе, мне интересно было, наверное. То есть, ну, это зависит все от материала. Так говорить просто, да, нет, я бы не стала. Но вот по ситуации, по конкретному какому-то, не знаю, сценарию по книге, ну, почему нет? Я бы рассмотрела, условно. Круто. Это прям радует, что у вас нет никаких сильных ограничений, и мы сможем рассчитывать на какой-то большее разнообразие. А, возвращаясь к еще, вот этот вопрос просто звучит уже в нескольких сообщениях наших зрителей. А, люди интересуются, какие режиссеры у вас любимые, какими вы вдохновляетесь, да, то есть стиль режиссуры, кого из действующих мастеров вам интересен, то есть если вы немножко расскажете нашим зрителям, это будет, мне кажется, интересно. Так, режиссеры, фильмы, да. Братья Дарден мне нравятся. Например, Клэр Дени, Андреа Арнольд, я сказала. Я вот посмотрела, кстати, этот фильм «Земля кочевников», наверное, на русском будет, «Nomad's Land». Автор Клоэ Жао, это китаянка, которая живет в Америке. И вот там просто, да, в контексте предыдущих вопросов интересно, что это китаянка, которая переехала в Нью-Йорк, и она снимала первый не видел, второй фильм у нее был про парня, который занимается родео где-то в Центральной Америке, да, то есть абсолютно не ее территория, казалось бы, да. Второй фильм был про женщину, которая тоже вот кочевники, да, вот американские, которые просто вот живут в трейлерах, да, меняют все время местоположение. Тоже абсолютно, да, не ее культура, не ее социальный класс, не ее бэкграунд. И теперь она готовит фильм для Marvel. Ну, надо же. Прямо фэнтези. И вот мне было, на самом деле, интересно послушать про то, как, насколько она позволяет себе снимать фильмы про людей, которых она не знает, да, про культуру, которую она не знает, про какие-то вообще абсолютно ситуации, которые ей по факту не должны быть так знакомы, да. И она говорила о том, что мне на самом деле интересно именно услышать этих людей, вот я с ними встречаюсь, я хочу узнать их истории. И потом через свою призму я их пытаюсь передать. И мне кажется, это на самом деле большой интерес, потому что я для себя задавала часто вопрос, там, допустим, имею ли я право, не знаю, снимать фильм в Англии, вот что я про них знаю, да, имею ли я право там снимать где-то еще, потому что, ну, вот я знаю там условно что-то про Казахстан, да, и вот я буду снимать про Казахстан. С другой стороны, я прям не могу сказать, что я супер знаю Казахстан, да, потому что, ну, я родилась, жила в Алмате, да. Ну, Казахстан, да, Казахстан большой и разный, правда. Я не знаю всего того, что знают другие, допустим. Да. И тоже там ехать в аул, допустим, и снимать историю про аул, это будет тоже как-то немножко кощунство, да, с некоторого ракурса, да, потому что, ну, что я могу про них знать. И здесь, мне кажется, вот я вдохновляюсь такими историями режиссеров, которые не боятся идти на незнакомую территорию. Да, то есть для меня помимо творческого языка именно на экране, да, там из-за сцены, не знаю, музыки, монтажа, сценарий, для меня еще интересен подход. Потому что я тоже стараюсь читать про интервью разных режиссеров, как они пишут, как они снимают, как они находят материал. И для меня тоже такой важный источник вдохновения, наверное. Супер, спасибо. Вообще, на самом деле, опять же, очень интересно то, что вы говорите, и я думаю, что там еще имеет вместе с этой концепцией, что нужно снимать там, и вообще работать со знакомым тебе материалом, существует другая концепция, которая вот, свежий взгляд, да, взгляд со стороны, взгляд чужестранца, да, который позволяет вдруг увидеть в твоей там, или в какой-либо культуре какие-то вещи, которые люди, находящиеся внутри, даже уже не обращают на них внимания.
для них это настолько нормально, что они даже уже не осмысливают это, не пытаются через искусство каким-то образом дать какую-то рефлексию. А вот, наверное, режиссер, женщина, режиссерка из Китая, наверное, у нее реально лучше получится рассказать про гватемальского ковбоя, чем, может быть, самим жителям там, или Боливии, да, где бы это ни происходило. А тут еще... Но при этом, перебью, да. Допустим, мы говорим, что белый мужчина не должен снимать историю про азиатских девочек где-нибудь, потому что это cultural, как это называется? Appropriation, да, присваивание чужой культуры. Вот тоже, да, вот вопрос, он такой вот... Вы знаете, ну, мне кажется, вот... Да, но если вот в этом аспекте смотреть, то я воспринимаю вот сейчас все вот эти вот явления, да, как движение маятника. Да, то есть маятник очень долгое время был отодвинут в сторону вот как раз-таки вот этой господствующей позиции, смотреть на мир вот европейским белым мужчиной, да, то есть зрелым, могущественным и прочее. Да, то есть, и вот сейчас происходит какой-то откат, и, конечно, людей очень сильно триггерит по всему миру, да, когда начинают, опять же, да. Какой-нибудь белый режиссер приезжает, начинает снимать про каких-нибудь алеутов в Аляске, да, или про какую-нибудь маленькую народность на Шри-Ланке и так далее. То есть люди говорят, что дайте нам самим рассказывать свои истории, и это законно. Но когда наконец-то мы сбалансируем всю эту историю, да, когда у нас перекоса не будет ни в одну, ни в другую сторону, тогда, я думаю, наступит уже более-менее какое-то блаженное время, где уже будет нормально, что и белый мужчина снимает там, про японских девочек, да, там, и наоборот, и все что угодно. Да? То есть просто мы сейчас находимся вот в период вот этого сильного... Господи, я пардон, что-то прям размахался ручищи свои. Да, мы находимся просто в периоде движения всех этих социальных норм. Вот мне нравится вопрос от тоже пользователь или пользовательница Лин-Лин. Задает вопрос. За какие съемки вы не возьметесь даже за большие деньги? Есть ли у вас какие-то темы, которые для вас, которые вы для себя закрываете, или они принципиально вам не интересны? Нет, наверное. Ну вот, грубо говоря, смотрите, если вам предложат снять 8-й фильм про первого президента, возьметесь? Нет, наверное, не потому что я... Я просто не знаю, как снимать фильм про первого президента. Вот, уже, значит, мы начинаем нащупывать, что есть какие-то темы, которые вам не интересны. Но здесь вопрос в том, что почему, да? То есть, потому что я там категорически против истории про президента? Нет, наверное, да? Там условно я уверен, что можно взять интересную историю. Ну да. Да? Я не пытаюсь вас подвести сейчас под монастырь, имейте в виду. Я знаю. Ну, я к тому, что, да, что прямо так сказать, что вот я вот никогда не буду снимать про президента. Сейчас, наверное, не буду, да, потому что мне не хватит сил, да, каких-то и навыков, и возможностей. Говорить, что я никогда бы ни за какие деньги не стала, я бы не стала, да. Поэтому, мне кажется, там, видите, в любом в производстве фильма столько нюансов. Да, то есть это не только же зависит от темы, да, там, люди, с кем ты это будешь делать, да. Там, не знаю, бюджет, который тебе дают на этот фильм, да. Все условия, да, то есть там может быть все идеально, кроме там, я не знаю, вы должны снять все за 5 дней. Да, но... И ты говоришь, нет. Да, но мы сейчас говорим, вопрос заключается именно в том, что есть ли какие-то темы, то есть темы, которые неинтересны вам как режиссеру, или которые вам, ну, антипатичны настолько, что вы прям вот не будете касаться. Ну, грубо говоря, если я напишу, например, я напишу вам сценарий про то, как... Ну, что вот я как мужчина, например, в бытность своего главным редактором домогался своих сотрудниц, и при этом абсолютно уверен, что это они виноваты. Ну, то есть, что они меня провоцировали. Там, ну, интересная же история. Думаете? Да. Потому что это же будет... Раскрыть ваш характер, условно. Почему вы так думали, да? Не просто вы что-то... Да, то есть показать именно, почему человек в это верит. Это же может быть интересно. Да, согласен. Пример дурацкий. Таким триком. Окей. Ну, я думаю, что, может быть, на этот вопрос со временем у вас появятся ответы, потому что, мне кажется, рано или поздно все творческие люди сталкиваются в каких-то ситуациях и вдруг понимают, с какими-то вдруг предложениями или с чем-то еще, да, то есть когда они вдруг понимают, что вот сюда не пойду вообще никогда, ни за какие коврижки. Вот с этими людьми. Ну, это уже отдельная история. Потому что любую тему можно, в принципе, раскрыть же со стольких разных ракурсов. Согласен. Еще... Прямо на теме я бы крест не ставила.
Тоже верно. Ой, женат, чудесно у нас с вами беседа складывается. Я прошу прощения у вас и у зрителей. Мне так кажется, что складывается неплохая беседа. Я рад, что хотя бы нам с вами нравится происходящее. Я хотел бы вас поблагодарить, потому что наше время, к сожалению, подходит к концу. Я бы хотел вас поблагодарить за участие, за то, что вы предоставили для фестиваля Go Viral ваш фильм. Поздравляю еще раз с успехом фильма. Это хорошая работа. Это призы, которые она вам несет, это тоже очень полезная, мне кажется, хорошая, приятная вещь. Вот, спасибо большое, приятно было с вами повидаться и приятно было вспомнить, что мы с вами, оказывается, так давно знакомы, практически родные уже люди. Вот, спасибо вам большое. Спасибо вам, Ади. Надеюсь, было полезно или интересно хотя бы. Мне было и то, и другое. Надеюсь, зрителям было полезно и интересно. Ну что ж, дорогие друзья, буквально несколько секунд назад у нас закончилась сессия с режиссером фильма «История цивилизации» Жанат Алшановой. Модератором был Мади Мамбетов, за что ему огромное спасибо за столь интересную беседу об этом фильме и, в принципе, о творчестве, о подходе к творчеству у Жанат. Ну что ж, дорогие друзья, на этом завершается 6-й день нашего фестиваля. Давайте я сейчас расскажу вам о том, что будет происходить у нас завтра, на 7-й день фестиваля Go Viral 2020. Завтра у нас будет одна сессия, но она не становится от этого менее интересной. Завтра в 7 часов вечера по времени Алматы Мариса Моран-Ян выступит с презентацией на тему «Искусство, гражданское общество и действия». Думаю и уверен, что будет очень интересно. Обязательно подключайтесь, смотрите наши трансляции, активно участвуйте во всем, что происходит на нашем фестивале. Пишите в чатах под трансляциями не только ваши вопросы спикерам, но также пишите ваше мнение об отдельных спикерах, об отдельных днях нашего фестиваля. Пишите ваше мнение о фестивале в целом. Нам очень важно ваше мнение, очень важна ваша обратная связь. Вы также можете это писать и в чате в Телеграме, Go Viral Chat, где помимо этого вы еще можете задать вопросы организаторам фестиваля обо всем, что касается Go Viral 2020. Также в Телеграме есть еще наш канал GoViral.kz, где в режиме реального времени вы можете узнать также о нашем фестивале. В общем, недостатка информации о том, что у нас здесь происходит, у вас точно не будет. Завтра в 9 часов утра, как обычно, будет рассылка на почту с новыми ссылками на трансляцию, которая пройдет завтра, на 7-й день фестиваля. Все те, дорогие друзья, кто не смог посмотреть сегодняшнюю трансляцию в прямом эфире, ну и, в принципе, все предыдущие трансляции, которые у нас происходили в течение всех предыдущих дней, не переживайте, все трансляции вы можете посмотреть в записи на нашем канале на платформе YouTube. Но преимущество того, что вы выходите в прямой эфир и смотрите нас в прямом эфире, заключается именно в том, что вы можете задать вопросы всем спикерам во время трансляции. Это огромный-огромный плюс. Хотел бы выразить благодарность помощи в организации фестиваля Go Viral 2020 дипломатической миссии США в Казахстане, а также Акимату города Алматы. Также большое спасибо и партнерам нашего фестиваля, это организациям, таким организациям, как Smart Point, Eurasia Foundation, American Film Showcase, American Music Abroad, Drama KZ, Театр МСТД, Театр Ильхом и Театр Артишок. Ну и, конечно же, куда же мы без наших замечательных медиа-партнеров? Это Blue Screen Казахстан, We Project Media, Окно, The Village, Бизнес и Власть и 18 Plus Idea. Дорогие друзья, огромное спасибо за вашу активность, за ваш интерес. На этом мы заканчиваем 6-й день фестиваля. До завтра!